Теннисное сообщество ликует. Наконец-то появилась настоящая звезда тенниса из Греции, Стефанос Циципас. Мы об этом парне, которого, кстати, можно ласково называть Стёпа, знали достаточно давно. У него есть русские корни, но отлично говорит на нашем родном языке. Так вот, этот сезон сверхуспешный просто для Циципаса. Есть титул, есть у финала очень крупного турнира в Мадриде. Там повержен в полуфинале сам Рафаэль Надаль, ну и в финале он Стефанос проиграл лишь Новаку Джоковичу. Но самое главное, что это очень самобытный игрок, как раз такого яркого поколения, поколения Зверева, Хачанова, Медведева, Рублева. Это все ребята, которые, можно сказать, росли вместе, на юниорском уровне тоже блистали. Вот сейчас все они так постепенно перешли в мужской тур и действительно становятся лидерами ATP. Я могу сказать, что у Циципаса действительно большое будущее. Это говорит не только вот те результаты, которые показывает последнее время, но и такой правильный подход к теннису. Он большой фанат этого вида спорта, такой прям фанатик, в хорошем смысле этого слова. Но еще парень очень разнообразный, обратите внимание, кстати, на YouTube огромное количество видосов есть, которые он снимает, и на корте он тоже очень такой эмоциональный, очень игривое настроение у него бывает, адреналин, поэтому и выкладывается на площадке он на 100%, так что в преддверии Ролан-Гаррос я бы, кстати, могла бы обратить ваше внимание именно на этого игрока. Если говорить про сенсации, кто может пройти там вторую неделю, как можно дальше замахнуться даже на четвертьфинал и полуфинал, если Циципасу повезет с сеткой, это